Где ты? А, твою мать! Усім привітання, на сувязи за Jackson Gamer, и это Teardown, новая рубрика «Осадные крысы». Давайте я быстренько постараюсь объяснить правила. Собственно говоря, это сценарий просто заложником. Нужно увести заложника или его охранять. Ну или убить своего оппонента, в принципе. Все довольно просто. Кстати говоря, нельзя убивать заложника, это приведет к мгновенному поражению. Итак, у нас есть, кстати говоря, ограничения для защиты и для атаки. У защиты есть кувалда, дробовик и две ловушки. А также пистолет для того, чтобы уничтожить своего оппонента. Тем временем у атаки у нас есть кувалда, пистолет и 3C4. В принципе, все просто. Атаке нужно увести заложника, либо убить своего оппонента. По истечению времени, кстати говоря, защита выигрывает. Мы решили забалансить игру, и поэтому у атаки будет вот такой черный скин, а у защиты, соответственно, вот такой в галстучке белый, чтобы он был видим, потому что защита, ну, имеет прям достаточно серьезные средства. Что ж, нашел я место. Ставь таймер. Все, идет время. Я ухожу звук. Хорошо. Так, значит, смотри, я хочу вот здесь вот сделать... Ага. Смотри, если мы поставим вот сюда планки, то они здесь вообще незаметны. А единственное, конечно, дверь открывается в другую сторону. Вот это да, вот это проблемка. Но мы сделаем вот таким образом. Ага, хорошо. Так, вот сюда мы сразу же спавним нашего подопытного, которого мы всегда будем спавнить. Так, он сюда влезет? Он сюда влезет. Хорошо, отлично. Закрываем. Закрываем. Закрываем, говорю. Так, все, прижали. Хорошо, отлично. Потратили немного времени на это. Так, смотри, значит, хочу я что сделать. Берем дробовик. Вот так, хорошо, супер. То есть у меня будет такое небольшое окно для просмотра. Ага, вот так, вот, супер, то есть я его увижу. Далее я хочу вот здесь сделать небольшой проход, чтобы я мог... переходить из одного здания в другое. Вот, сделаем, наверное... Не дотягивается. Хорошо, ладно, мы тогда сделаем чуть-чуть по-другому. Вот так протянем. Угу. Супер. Вот так. Пьет он там чай. Так. 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 Так, так, так. Просто накидаем каких-нибудь палок, чтобы было. Вот. Так, давай возвращаемся. А, не, подожди, а как мы вернемся, кстати говоря? Так. Нормально? Нормально. Хорошо, супер. Так. Небольшой мостик поставим, чтобы было еще легче перебираться. Все, супер. Так, немножечко мы вот здесь подобьем. Еще. Ага, супер. Так, и надо как-то... Ой, ё-моё, там планки, по-моему, с ума сходят. You have one minute. Ого, быстро как время заканчивается. Так, вот здесь тоже. Вот так, супер вообще. Вот здесь тоже. Ага, супер. 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 Так. Fifty seconds. Так, давай мы сразу же ловушку тогда поставим ему сюда.
Жесть, ты там яро что-то говоришь, у меня тут по микшеру видно. Так, давай и 40 значит... секунд. Ой, то есть 20 О, секунд. слушай, можно еще вот сюда. Так, мы, наверное, поставим куда-нибудь... 10, 9, куда-нибудь... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вот сюда. 1. Ага, понял, хорошо. Я, значит, в принципе, успел. А, Чего, вот. Я иду искать азу сейчас. Сейчас я... Ну, я пока тут буду немножечко обустраивать. У меня еще время есть. Ну, в смысле, как время есть. Я в том плане, что обустраивать-то я могу пока. Пошел он там уже куда-то. Пошел. Так, о, вот сюда я хотел точно поставить. Вот сюда. Блин, сейчас я так спалю себя, если что. А я тут, наверное, не заберусь тогда. Нет, могу забраться. Блин, сюда бы выбраться как-то. Ну ладно, ладно. Так, ну у меня тут обзор такой, как бы. А зачем я тебе подсказки даю? А не знаю. Опа, что это за звук был? Ага. Где ты там скачешь? Где ты, блин? Блин, слушай, это хороший баланс, я тебя практически не вижу. А-а-а. Ты меня почти убил, ты столько раз попадал, я вообще попасть не мог. Время пошло, и я отключил микрофон. Отключил звук, я тебя не слышу. Хорошо. Вот, да, собственно говоря... Я думаю, это самое время, чтобы порекомендовать свой телеграм-канал. Подписывайтесь на меня. Да. И что ты там можешь увидеть? Ты можешь много чего интересного увидеть. Также можешь узнать заранее о выходе роликов. Вот. Ага. А также там искусственный интеллект рисует картинки разнообразные, которые на YouTube я не могу показать. Могу вот только в пикселях показать. А, да, поэтому подписывайся просто. Обязательно. Всех жду. Короче, можешь даже комментарий написать, что ты с Ютуба. У меня просто вот этот человек, случае, который с YouTube разговаривает на заднем фоне, он меня бесит. Что он там, я, как короче, думаете, обзывает меня? Нет, ну вы это слышите. Я вот его не обзывал, если что. Бесит вообще. Меня. Когда строил. А вот он себе позволял. Вот так я вот. Не, вот такой обзываюсь. Вот человечек, понимаете, я да? Культурный человек. Вот. Во мне культуры больше, чем в даже интересно, молока. Что он там выдумал. Но, слушай, я считаю, мы неплохо все-таки сбалансировали, потому что я его очень плохо видел. Ой-ой-ой-ой. У меня же там есть время. Мне кажется, это все-таки прям неплохой баланс получился. Тем временем время идет. Время идет. Так. Хайкс, прекрати жопу в камеру показывать. У тебя все равно вебки нет. Я же знаю, что ты это делаешь. Остановился вот сейчас, да? И решил показать. Вот не надо. Не надо так делать. Сейчас еще кое-что забыл сделать. То СБУ за тобой придет. Вот. Ой-ой-ой. Времени еще достаточно, но да, знаешь, уже близко к минуте, но еще не минута осталось. Но близко. Нитроген мы ж можем использовать его, да? Так что да. Ой. Что там, Хайкс? Как ты уверен в своей нычке? Я уверен. Прям вот в своей на 100%. Как никогда, потому что я сейчас ухожу. Ну, я тогда зайду, свою... проверю. Оценю твою работу. А где вот? Вот это вот будет моя нычка. То это, короче, ловушка для него. А вот это и, вот собственно моя... говоря, минута осталась, так что поспеши, поспеши. Сейчас я тут закрываю двери. Вот так вот. Поспеши. Иду на второй этаж. Тут у меня будет тоже такая вот нычка. Сейчас. Давай, закрывайся, господи, как меня бесят эти двери в этой игре, вы не представляете. Ускорился, да, поди? Или уже сидит, ждет, думает, что делать. 30 секунд. 30 секунд, вот. Так, как спаунить?
спавн вроде ТД. Давай, только не забудь кого спавнить, а то сейчас опять будет. Кого спавнить, кого спавнить. Вот, он меня слышит, он меня прослушивает. Так, 10, хочу... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. Запускаю таймер на 6 минут, и время пошло. А это сколько у дело? Меня бомб есть? Одна? Две. Две? У меня как у атаки 3, а у тебя нитроглицерин используется, если что. Как ага. Ловушка. Блин, ладно. Здесь тоже чисто. Кстати говоря, оставляйте отзыв. Оставляйте комментарий, как вам новый звук. Вот, новый. Это я дверь кинул? Нифига себе, я как дверь откинул. Как она сюда улетела? Офигеть. Оставляйте комментарии, скажите, как вам звук. Новый микрофон приехал. Опа, это шо? Это откуда? Ты вот вечно себя палишь выстрелами. Блин, как ты сюда залез-то? Ладно. Так. Так, хорошо. Ну, ничего хорошего на самом деле. Или, может быть, есть что хорошее. Или, быть может, есть что-то хорошее. Давай попробуем. Ого, что-то... Немножко подлагнуло. Там так. Надо подальше, пожалуй, отойти. Ага. Вот и ловушка. Вот и ловушка. Ё-моё, застроил тут. Застроил. Что-то тут унитаз просто перекрыл балками. Я надеюсь... Где ты? Ты не здесь? Это просто фейк, что ли, был? Твою мать, я просто потратил на это время. Скажу. Я просто... Да я уже вижу, что здесь вообще ничего нет. Смотрите-ка, по прошлой серии учится Хайкс. Хайкс молодец, Хайкс умница. Похвалите его в комментариях. Надеюсь, только просмотры будут, потому что если просмотров не будет, то кому я это говорю? Блин, ну откуда же, откуда-то отсюда же было... Я вот вообще тебе ничего не скажу, потому что я крыса. Ну, так все правильно, у нас так и называется рубрика. Слушай, это может быть прям твоя победа. Опа. I know. Опа, так, я надеюсь, я сейчас заложника случайно не взорву. Где ты? Ё-моё. Ух. Подожди. А заложника не взорвал, кстати? Заложником проблемы были уже на стадии спавна, так что чисто технически никто из нас его не зацепил. Давай, все, я без звука. Вот, смотри, у меня есть идея. Видишь, вот эти два дома, они связаны, и можно тут пробуриться нормально, и будет тут прям один большой дом. Так, ну закрывайся. Вот так, все хорошо. Обязательно ставим планку здесь. Обязательно. И ставим сюда ловушку. Это прям 100%. Так, хорошо. Блин, надо было ее пониже ставить. Так, хорошо. Нам, получается, нужно пробиваться вот в эту сторону. Мы, наверное... Давай... Разик. Дробовик используем. Ага, надо... Нет, надо чуть-чуть в другую сторону. Там, короче, в духовке... Вот сюда. Курочка лежит. Так, у меня же сейчас слюньки пойдут рекой. У кого, кстати говоря, тоже пошли, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Вот это байт, да? Аппетитный окорочок. Поняли, что он делает? Кушал. Вот такой подлец. Вообще, смотри, просто у нас целый дом получается тут. Новый. Так, если серьезно так подумать, я аж сутки не ел. Я вот проснулся... То есть лег спать в 8 утра, вот проснулся сейчас почти в 8 вечера. Так, здесь есть проблемка, потому что... Угу, потому что будет с одной из двери видно, что я поставил ловушку. Поэтому давай мы ловушку поставим. Так, нет, мы просто вот это вот закроем, чтобы... Даже не знаю. Чтобы можно сделать фейк какой-то. Фигней пострадать немножечко. Вот такой сделаем фейк.
Он будет думать, что мы здесь, а мы не здесь. Ну или там заложник, типа. Банан. А мы не здесь, нифига. Что он там рассказывает, я понять не могу. Вот же фак. Он на голову давит это дело. Мне оно не мешает, потому что я без звука. Ну вот, спасибо тебе большое, конечно. А, так, и значит, что? Что? Подожди, куда заложника деть? Куда заложника деть? На второй этаж. Сколько на второй этаж. Это уже прошло. 2,5. Так, я смогу здесь пробраться? Давай мы сделаем узкие, таким образом. Узкие проходы. Так, надо... Подожди, планку. А вы в церковь ходите по воскресеньям? Вот это вопросик, конечно, вот это вопросик. Так, а заложника мы... Надо исповедоваться. А заложника мы спавним вот сюда. Тем временем прошло уже 3 минуты. Смотри-ка, у меня еще целых 2 минуты есть. Так, я так ловушку и не поставил-то. Блин, надо было сначала ловушку туда поставить, потом уже... 20 секунд. Давай небольшую рампу сюда поставим. Блин, я не могу здесь пролезть. Ровненько. Давай вот так сделаем. 30 секунд. Во, во, смотри, совсем другое дело, да? Так, и вот так мы это дело ломаем. Так, хорошо, супер. И ставим вот сюда. Тихо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот так. Все, время вышло, я включаю звук. Что ж, ну я в принципе все. Я в принципе готов. Ты где? Так я тебе и скажу. Где ты? А, твою мать! А как ты? Если ты поставил нитроглицериновую бомбу на дверь, я не смогу зайти через другую дверь и не увижу. Там была еще одна дверь. Там была еще одна дверь. Офигеть. Ну это просто первый дом, в который я зашел. Прям сходу. Ну жестко, это было очень быстро, это прям, наверное, рекорд. Да, спидран. Раз, два, три. Все, значит, я тебя уже не слышу, если что, все точно так же, как и таймер. Я в один момент нажал, все. Вот эти вот планки, они иногда... Давай, рассказывай всем, какой я плохой. Черт. Ой. Самый натуральный, да. Черт. А я не буду говорить, какой ты плохой. А я скажу, чтобы вот все, кто смотрит этот ролик сейчас, поставили на паузу, перешли к нему на канал и подписались. Между прочим, у него там крутые просто ролики выходят. Вот. Да. Я погорячился. Вот так вот. Того, что ты черт. Ссылка, кстати говоря, если что, в описании на него. На Хайкса. Спасибо. Вот, поэтому да. Поэтому подписывайтесь обязательно. Передавайте привет ему от меня. Если кто-то вообще смотрит это видео, то в последнее время с просмотрами беда совсем. Да, есть такое. Короче, такую вот. Вот так вот, видишь, сразу подобрел. Слышишь, да? Подобрел сразу же. Ну. Я знаю, на какие точки давить. Вот. Я не знаю, вот эти планки использовать. Про еду он там рассказывал, вот... да, пока у меня слюньки текли, и у вас тоже раззадорил. А я с добром к нему. Я с добром. Вот так. Делай добро, и не факт, что будет добро, но делай добро. Будешь добрым сам. Потому что добрый дед, знаешь, это лучше, ну, когда ты постареешь. Добрый дед это лучше, чем бубнящий дед какой-нибудь. Поэтому, да. А бубнящий добрый дед, это вообще комбо из хорошести. И анекдот расскажет не смешной.
Короче, вот это вот всякую дичь использовать, это и похвалит за все что угодно. Вот. Ланки вот эти, они просто да. Звуки создают. Рассказываю всякие бредни, да, но. Но пойдет, я думаю. Я думаю, пойдет, в принципе. Вот. Да, короче, я. Времени у Хейкса еще достаточно. Сложно прятаться, когда вот планки... Ох, ну вот, прям неплохой раунд был, прям неплохой. Я его что-то прям плохо услышал. Подумал, что он в другом доме, но он оказался прям позади меня. Это было неожиданно. Да и второй раунд тоже был неплохой. Неплохо он так меня обманул. Честно говоря, я не знаю, где мне тут прятаться. Я сейчас попробую тут окна заделать. Это было прям хорошо. Тем временем время близится к минуте. Только близится. Ага. Поэтому не волнуйся, потому что всего лишь-то еще не минута. Еще не минута. А вот сейчас уже минута осталась. Вот. Я да. Вот этот шкаф скинул туда на проход. Вот так вот. Ну что, у тебя получается строить? Да не ставь ты это сюда. Поставь это вон туда, чуть правее. Да не туда, правее, еще нет, чуть-чуть правее. Наоборот, чуть-чуть левее. Надо. Да не... Чуть-чуть левее. Вот здесь, да. Да. Вот все. Здесь оно прям отлично смотрится. Прям вписывается в стиль. 30 секунд тем временем осталось. Ну видите, слышите эти планки тупорылые? Они просто палят мое место. Так что поспеши давай. Так, ну и получается все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Таймер на 6 минут. 1, 2, 3. Так, давай сразу же в руки пистолет возьмем. В принципе, двери можно без проблем расстреливать. Наверное, даже... Вот так, чтобы быстрее было, да, просматривать будем. Просто расстреливать все. Подожди, что? Что? Ага. Тут есть какая-то незакрытая дверь. Что за звук? Это от меня был звук? Наверное, от да, меня. Да, от тебя, вероятно, потому что я крыса, я ни звука не издаю. Ну так, а потому что знаешь, как у нас рубрика называется? Напомнишь? Сережа, крыса. Осадные крысы. Сережа-то понятно. Сережа молодец. Сережа спрятался. Сережа молодец. Я знаю, что я молодец. Мне так мама говорит. А еще я. Блин, я зачем просто? Я просто разрушаю, знаешь, я чисто по кайфу себе делаю, просто разрушаю. Слушай, я надеюсь, ты плохо закрыл двери, и я надеюсь, я. По ним тебя спалю, потому что я вижу много, к сожалению, слишком много нахожу хорошо дверей, открытых да? Дверей, да. Да я там вроде и не везде бегал. Я там вроде только в один дом. Так, вышел. Это выход. А, ну ищи. Да, я ищу. Потому что, блин, я здесь уже был. Надо вот именно двери расстреливать, потому что иначе непонятно я. Так. Лезть, блин, здесь я был. Где же ты можешь быть? Где ты можешь быть? Где спряталась эта крыса? Я не с оскорблением, у нас просто так рубрика называется. Крыса. Просто рубрика называется, что ты сразу убежаешься. Это ж по факту крыса сейчас. Так, где же ты можешь быть? Блин, слушай, мне кажется, это первый раунд, в котором кто-то выиграет по истечению времени. Что это за... Обломки тут. Будет обидно, если я найду тебя на последней секунде просто. Угу. Ну, у тебя еще минуты 3 где-то. Это я сейчас твой топот слышал? Тебе нормально? Это я сейчас твой топот слышал? Нет, не мой. Это я сейчас... Я крыса, я не хожу. Я слышал топот, и я взорвал ловушку. Ага, еще я ловушку вижу, кстати говоря, еще одну. Здесь, да, где-то? Нет, здесь ловушки нет. Что, заложил тут все. Надо пройти. А, стой, где ты? Фак. Я понял, что ты... Да, это было прям хорошо. Слушай, у нас прям ничья получилась. Что ж, спасибо тебе за просмотр. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Надеюсь, ты уже поставил лайк, оставил комментарий и подписался на канал, если до сих пор этого не сделал. Еще раз спасибо тебе за просмотр. Всем удачи, всем пока.
Пока-пока.